К зиме готовы. В преддверии наступления холодного и снежного периода во Фряново состоялся традиционный смотр специализированной техники, которая будет ежедневно задействована при уборке дорог и улиц. Сегодня у нас на территории Фрянова проходит некий такой вот смотр, парад техники. Конечно, чистка снега в зимний период – это очень немаловажный такой аспект для жителей Фрянова. Вся техника, представленная на мероприятии, принадлежит Фряновскому муниципальному предприятию ЖКХ и ООО «Щелгазсервис». На вооружении у коммунальщиков фронтальные погрузчики, которые убирают снег, самосвалы, которые его вывозят, а также тракторы. Вся представленная техника используется в полном объеме 7 на 24 часа. Это уборка территории, доставка грузов по территории, соответственно, обслуживание жилого фонда. Сейчас вся техника 100% подготовлена к зимнему периоду. Мы работаем на подряде во Фряново, занимаемся обслуживанием внутриквартальных дорог, проездов и дорог общего пользования. Сейчас у нас на подряде порядка 70 километров дорог. 24 – это асфальт, остальные дороги грунтовые. У нас не только Фряново, это еще и 23 деревни. Во Фрянове на данный момент работает 10 дворников. Представители подрядной организации «Щелгазсервис» рассказали, что если зима будет особенно снежной, штат расширят до 15 человек. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.